интересно, запись-то идет этой трансляции или не идет? Я хз. Надеюсь, что идет запись. Ну, ладно. Короче. Начинаем её проходить, эту игрулю, бля, бомбовую, нахуй. Немножко убавлю микрофончик. Да, вот, вот так вот сделаю его. И нормально. Если что, это игрушка The Last of Us. Написано все в названии, часть первая. Проходил я эту игру уже, конечно, да. Но проходил я ее на третьей PlayStation. Вот, там графика такая себе. Тут должно быть вроде получше. Вот. Надеюсь, что... Да. А, ну еще я проходил я на легкой сложности. Сейчас выбрал сложную. Вот, чтобы уже нормально так по хардкору, бля. Потому что мы тут не детишки уже сидим, да? Но мужики взрослые. Ой, там еще компиляция шейдеров, это, блин, не это. Не сделалось до конца. Ходу игры она сама там доделается, поэтому поначалу могут быть какие-нибудь багули возникать, не знаю. Надеюсь, ничего такого прям жесткого не будет, из-за того, что я не дождался этой компиляции. И, кстати, заметил вот эту вот особенность портированных игр, что надо дожидаться компиляции шейдеров, что вот с Detroit Become Human, да, вот это вот, что... Ну, короче, вроде как только там я это замечал. Больше особо такие портированные не играл игры. О, всё, начинается. Томми, я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо, у меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится?
Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Алло? Сара. Так, извиняюсь. Вот так. Все. Мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? Дядя Томми, что такое? Ну все. В чем там дело? Так, давайте посмотрим, что же тут такое. Вот елки, забыла отдать открытку. Ну блин, поздравляем. Она тут ему написала. И все-таки не вымер пока еще. С днем рождения, милый папочка. Так, посмотрим. Тебя вечно нет дома. Ты терпеть не можешь мою музыку. Ты презираешь все фильмы, которые я смотрю. И все равно ухитряешься быть самым лучшим папой на свете. И как тебе это удается? С днем рождения, папа. С любовью, Сара. Как же классно, да? Классное поздравление. Что-нибудь еще имеется тут в комнате? Что можно полапать? Телефон молчит. Он пипикает. Папа? Папочка, ну где же ты? Давай сходим в туалет. Количество случаев загадочной инфекции возросло на 300%. Больницы региона перегружены. Правительство расширяет список опасных пищевых продуктов. По всей стране фиксируются случаи грибкового поражения сельскохозяйственных культур. Напоминаем, что первоначально продовольственными магазинами всей страны было рекомендовано прекратить продажу пищевых продуктов, импортированных из Южной Америки. Сегодня в список потенциально опасных добавились продукты из Центральной Америки и Мексики. Ряд компаний уже добровольно убрал данные товары с полок своих магазинов. Управление по делам продовольствия и медикаментов планирует ожирение. Вчерашний выезд полиции вызванный. Короче, блять, опять на эскейп нажал. Ясно все. Короче, там все. Инфекция. Папочка! В продуктах продовольственных. Папочка, ты тут? Ты здесь? Оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Ну где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки агрессии. Это рядом. И... Утечка газа. Надо выводить людей. Эй, вы! Судя по всему, уходите. Там что-то происходит. Ой. Что это было? Это что происходит? Его телефон. Да я так уже увидел. Восемь звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду.
Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Они и больные. Чем больные? Боже! Джейми! Папа! Детка, сюда! Скорей! Джейми! Это же... Джейми! Ты слышишь, что я тебе говорю? Не смей! Скорей! Господи... Ты выстрелил... Сара... А мы только утром... Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Зараза даже какая-то. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара. Ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю, и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей тормозить, Томми. Стойте! Если б ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Плохо дело. Когда всем до одного, одно и то же в голову приходит. Ну, можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Ё-моё! Разворачивайся! О, господи! Томми! Томми! Твою мать! За хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел! Охренеть! Это сворачивай давай! Нет, 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 нет! Ну, ребята, с дороги! Откуда они бегут? Выбирайся отсюда! Я пытаюсь! А! О, нет! А! Не останавливайся, Томми! Не могу же я их задавить! Делай что-нибудь! Кстати, тоже люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! Папа? Эй! Пап! А? Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Ах.
Пап? Я здесь, милая. Здесь. Дай мне руку. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Твою-то мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Ладно. Мне страшно. Закрой глаза, Сара. Они горят. Сара, не смотри. Смотри только на меня. Мы выберемся. Обещаю. Назад! Их слишком много! Сюда! В переулок! Он мертв! Господи! Почти пришли! Почти пришли, малыш! Они прорвались! Иди вперед! Найди выход! Пошли! Джон! Быстрей! Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Почти пришли. Они приближаются. Я хочу назад смотреть, он за мной идет. Папа? Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт. Не надо. Сара. Сара? Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Господи, Господи, прошу тебя, не умирай, прошу тебя, не бросай меня, дочка, Господи. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел.
паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь ЦИКАДам. Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на 2 каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Идем, идем, идем. На склад там что-то там какой-то 5. Идем, идем. 3-й блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. С утра принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. Внимание! Граждане обязаны носить с собой удостоверение личности и выполнять все приказы персонала. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Слышь, еще долго? Только паёк привезут, откроем. Пошли. Отстаньте, лезь на землю. Ладно, боже мой, ладно. Я сказал, на землю. Похоже, зараженных все больше. Так, подожди, мне кажется, что-то настроек нет, да? Я понял. Значит, больше людей бежит отсюда. Теперь у нас новые документы, так что проблем быть не должно. Держи спокойно. Проезжай. Документы. Пожалуйста.
Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, марш! Закрываем! Цыгады! Принятие! Убегай! Внимание! Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Всем гражданам немедленно покинуть его окрестности. Мать, вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Какую кровь? Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Не высовывайся, понял? Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Найдем, не переживай, дружбанчик. Мы всех найдем и там все сделаем, что надо с ними. Все будет нормально. Это мы? Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Нормально. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Я тоже. Слушай, чего сейчас тут? Может тебе. Джоэл, помоги. Подписать нормально так. Я не могу. А ну-ка, спокойно. Ты мне это сказал или что, я не понял? Спокойно, Юрис. Я тебя еще успокою. Мне бы только разблокировали бы, блин, удары. Я бы тебя как уж отдал. Успокоился бы быстро. Да будет свет. О, боже. Ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Смотри, это я говорю. Берем снарягу. Наши рюкзаки никуда не делись. Это кайф. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Я все сделаю красивенько. Сколько? Ну, ковбой, подсади меня. 5 патронов? Сойдет. Целую армию перебью. Готов? Да, мэм. Теперь ты меня. Руку. Давай. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Где лестница? Должна быть где-то здесь. Вот она. Есть. Супер, тащи. Что-то с
слепая, не могла лестницу найти. Сама бы притащила бы ее. Я так-то вообще, в принципе, за равноправие. Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. Вроде того, говорит. Такой смешной этот, как его Джоэл или как. Теперь вниз. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Стой, споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь ничего. Ну, блин, ничего нету. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Болван. Тише. Вот чёрт. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Вернитесь. Не бросайте меня! Не буду я на него тратить патроны. Подожди. Впереди. Слышишь? Ладно. Там еще одна комната. Что будешь делать? Кошмар. Урод, блядь. Эй, урод, тупорылая ты, сука. Ну, это все. Надеюсь. Одни эмоции, ребята, больше ничего нет. Ну зачем я сюда тогда зашел-то, если тут ничего нету? Интересно. За что я люблю природу? Немножко... Потому что город воняет. Ну так закажи Биллу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Сюда. Ладно.
чего тут? Черт, доска упала. Я помню. Можешь не суетиться, мадам, а я все сделаю. Будь другом, а? Конечно. Да, пожалуйста. Ну-ка, передай мне. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Уже близко. Проверим, нет ли рядом солдат. Конечно, проверим. Чисто. Пошли. Вот она и проверила все. Закрой. Это что ты раскомандовалась? Я не понимаю. Я тебе кто? Мальчишка какой-то? Чтобы тут командовать. Это вот и есть компиляция, да, что не прошла до конца. Чё там? Ну, малыш. Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Погнали. Ой-ой-ой. Эйтес, Эйтес! Эй, красотка, как делишки? Говорят, есть товарищи. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Вообще плохо. Роналд, купи. Тесс, да пошел, давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Что это за херня? Ты куда поперся? Ты что, ебало начищено? А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Кто это? Старый знакомый. Не спрашивай. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Просто за то, что он сказал, там что-то... Началось. Взяла ему, блин, талончик отдала. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту. Пригнитесь! Готов? Да. Я тебя убью! Нахрен! Я прикрою. Займись ими. Давай, высуни себе. Это было легко, ребятишки. Вы такие молодец, слабенькие. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Пора с ним разобраться. Разберемся. Не, ну договаривались, что не промахиваться как бы. Я и пытаюсь. Хм.
Черт, тут не пройдем. Ну-ка. Чисто всем весом просто она его выбрала. Иди сюда. Снова люди Роберта. Да, я их вижу. Откуда ты знаешь? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Были. Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Надо как-нибудь... Да, ушел. Пошли, пошли. Да. Ты где? Где она? А. Я был тут, на Джордан-стрит. И вдруг появились тебе солдаты. Один, другой. Вели пятерых гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага. Поставили к стенке и бац, бац, бац. Всех перестреляли. Ни хрена себе. А, говорят, во всем городе так. За них круто взялись. Давай, хватай его. Что это? Там еще один. Смотри. Ты что, угораешь? Твою мать! Что, серьезно? Опа, чувачок, слышишь? Давай осмотримся. У тебя есть что? Да нет, ничего. Как он ее не заметил, это вообще что-то с чем-то. Так, ну давай осмотримся, тут что есть. Тут ничего нет. Да тут нигде ничего нет. Мне кажется, это из-за того, что я сложный уровень выбрал. А, пошли отсюда. Нигде ничего нет. Так, мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Эй, брат, слушай. Где еще-то? Еще двое. Выйдет где-нибудь, когда я его вообще не жду. И все. Капелл.
вообще в этом здании? Бля, я долбоёб. Ты труп, гадёныш! Блядь, что? Как мне подлататься? Подлататься? Нет у меня ничего. Прикройте, я выдвигаюсь! Я прикрою. Фигово выглядишь. Да я знаю. Неплохо. Перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Я ж батончики поднимал. Давай еще раз посмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Я просто того неправильно взял. Я ударил его, а надо было на Е, блядь, захват. Я на F нажал удар. Сейчас все нормально сделаю. Спасибо. А еще? Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Сейчас получше был. Пошли, пристань вон там. Разберемся с ним. Ой, капец. Клево. Ну, точнее, клево. Убийство. Такое осуждаю. Клево. Как это взять? Могу делать заточки. Нож-то я с собой взять не смогу, да? Это сено, заточки делать. Как это будет? А куда надо? Да, мне надо. Ну, держать. Вон он ходит.
Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Ну... Давайте по-тихому. Грузы уже давно не приходят. С 9 патронами... Сначала мы потеряли агентов на севере, потом на юге. Теперь вообще непонятно, с кем торговать. Жрать захочешь, наймешь себе охранников, куда деваться. Чертов Роберт! Надеюсь, ты держишь слово. Ну, где ты что? Говори тебе, это уже не крыша, а забираться. Ты спятил. Идти за стену самоубийства. Контрабандисты ходят и ничего. Что тут будет, когда припасы кончатся? Я вам тебе Слава богу, ты здесь. Кто я? Кирпич, ё-моё. Зачем мне кирпич? Господи! Блядство. Спалил трупа. Никто не убил. Выстегнуть бы как-нибудь. Вообще бы. Вообще срать. Неплохо. Похоже, Роберт спрятался в этом офисе. Пошли. Надо же. Ты вышел на меня, ёпт. Череп. А! Нифига! Оказывается, можно еще так захватывать. Я увидел уже. Ё-моё. Так это вообще халява. Не будем. Ну, бля. А ну назад! Мы хотим поговорить. Идите нахер с такими разговорами. Убери пушку. Нахер пошли. Удирает. Роберт. Джоэл, сюда. Пошел ты, Джоэл. Очки взяли. Блять. Давай, давай! Я дурак. Давай. Ой, все. Побежать-то некуда, да? Дурачок. Привет, Роберт. Тесс. Джоэл. Мы ведь без обид. Ну что ты? Хорошо. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... А, черт. Черт. Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Я продал их.
Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Не могу. Дайте пару дней. Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Это плохая идея. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот, сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Он был нужен живым. Пушки, что он продал, они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. Нужно уходить. Быстро! Да, давай, давай, быстрее. Хочешь сделку? Пошли. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Скажи мне. Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Ты пришла не к нам, ты пришла к Томми. Ой, и как он? Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. Роберт, да не важно, короче. Джоэл, помоги мне. Эй, как ты? Выживу. Стойте, солдаты. Вон выход. Дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Я все тихо делаю. Все, пошли. Мне, знаешь, как бы патронов немного, чтобы... Нужно добраться до двери.
все это. Это для меня завтрак. Легко. Сегодня не ваш день, ребята. Валите нахрен. Не шумите. Слышал? Да, я слышал. Будь начеку. Моя смерть ничего не даст. Ну ебаный в рот. Блять, ну ё-моё. Я косой. В яблочко. Да-да. Уёбина, сука. Куда ты идёшь? Чёрт, это же Уоррен. Я не знаю, кто это. Прощай, друг. Нам пора, Марлин. Наверняка еще на солдат нарвемся. Точно. Идем. Так. Кто что валяется, нет? А ты, конечно, поспать-то можно. Надо, конечно, ничего не валяется. Уже ну, недалеко. Так... сюда. Куда мы идем, Марлин? Точнее, я. Я всех убил. За мной. Уже близко. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Может, ты у меня хоть раз спросишь, а? Как я? В порядке я, спасибо, что спросила, блин. Вроде моя баба. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Внимание! Начался комендантский час.
же мы вернулись. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Слышишь, ты дистрофик, блядь, отойди давай. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти! Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подписываюсь. Я Элли. С ней пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Ну и тут конец на сегодня. Конец на сегодня. Так.